Рябчи ходил на вчерашний след. Вон. Вон след идет и туда. Вчера, видно, пробежал рябой. Он тоже радует, только в лес зашел, и что-то бегает. Вот зайчий след. Тут даже целая тропа зайчи набита. Приветствую, рыболовы, охотники. Как говорится, дурная голова ногам покоя не дает. Все-таки я не усидел дома и поехал на охоту попробовать еще раз. До этого у меня была охота, видео вы могли уже видеть. Ссылочка будет вверху на экране. Вчера у нас еще было минус 25 на улице, а сегодня, сейчас вот ехал в машине, уже минус 1. Резкий перепад, просто с мороза, на такую почти оттепель. Приехал опять недалеко от Сыктывкара. День короткий, смысла нет далеко ехать. Та охота была не очень удачная, ничего не увидел. И решил еще раз попробовать. Сейчас только вот заезжал и буквально тут прошел метров 50-100 от машины. И уже следы рябчины уже было наброжено. Это радует, конечно. В этом месте я много раз уже бывал. И по осени, в январе, зимой здесь еще ни разу не был. Здесь уже есть лыжня. Где-то, наверное, такая... Где-то 2 дня, наверное, назад туда здесь ходил. И она так чуть-чуть так снежком припорошена. Лыжи катят просто замечательно. Не хрустят, не шумят. Просто только шелест только стоит от лыж, и все. Очень хорошо, если, конечно, лыжня туда до конца идет. Будет прекрасно. Топтать лыжню по целине тоже бы, конечно, не хотелось. Но так, настроение отличное. Погода замечательная. Даже не ветерка, ни шевеления никакого нет. Полный штиль. Только-только расцветает. Время где-то 8:30. Я с собой взял свой карабин СКС. Горячо любимый. Нравится мне это оружие. Нравится мне охотиться с карабином по птице. Сейчас такой, после таких сильных морозов, настик, может, образовался. Может, он будет меня держать более-менее, если вдруг там лыжня кончится. Он как хорошо катит, а? Прекрасно. Лыжи. Вот и свежий след зайца. Раз-раз. Вон какие прыжки у него были. Сейчас у него настик держит, ему хорошо. Он бегает и замечательно. Как по асфальту. Тестирую свою новую видеокамеру. Так что я думаю, звук и качество будет получше. И буду снимать уже на 2 видеокамеры. Надеюсь, вы оцените улучшение видео. Он как скользит снег. Прекрасно. И не очень он хрустит. То есть можно намного тише идти, чем те разы, чем в тот раз я ходил. Просто лыжи скрипели ужасно сильно. Вот тут ходила лиса. След. Он прошел. Да, туда, туда. Туда пошел. Так, лес такой живой. Зайчи, рябчины, лиси. Следы есть. Лес живой, это радует. Какая красота в лесу, а? Да это была оттепель, весь снег с деревьев упал. Сейчас же был мороз, снег немножко выпал. И опять деревья снегом закрыло. Сейчас метров через 300 будет. И речка небольшая, лесная. Вон еще рябчиный след. Тоже, наверное, где-то вчерашний. А вот тут горностай бегал, скорее всего. Такой след. Вон, спаренный. Буквально-буквально свежий, только-только передо мной пробежал. Уже недалеко осталось до речки. Вон тут следы. Вот буквально только-только передо мной пробежался. Вон тут
помочился, желтое, если видно. Вон какой получается бугор, лыжня, две колеи, там где вода текла вот еще буквально недавно. В этом году ручьи так под снегами не замерзнут, будут бежать всю зиму. Лыжня уходит направо, а мне нужно налево. Придется немножко потоптать, походить. Тут, конечно, такое хорошее рябчиное место. Я тут осенью рябчика очень много гонял, стрелял. Тишина на улице. Пробовать может свистнуть. Все-таки январь, конечно, не тот месяц, когда надо свистеть рябчик, но все-таки. Мне надо идти в ту сторону, прямо, там вообще никакой лыжи нету, деревья все навалены, вообще как пойду, даже не представляю. Рябчик молчит, ладно, пойдем попробуем, пройдем немножко там, как будет держать меня лыжня, снег. Так-то вроде бы немножко держит, чуть-чуть. Вот свежий след зайца. Только-только передо мной проскакал. Иду по целине. Так-то вроде бы держит. Вон какая красота вокруг, а? Как в сказке. О, такое ощущение, как будто проясняется на улице. Отлично. Такую ясную погоду и видео получается лучше, красивее. То есть не ходил ни разу, не ездил. Фух, бля. Короче, пришлось мне в эту горку после ручья подниматься пешком, потому что лыжи проскальзывают. Невозможно идти. Фу, по целине, конечно, тяжело идти. Постоять, посетить рябчика. В этом месте рябчика всегда много было. Достаточно так хорошо расцвело на улице. Еще один ручей впереди, тоже там такая крутая горка, крутой подъем. Такой пошел по целине, все, ни одного следа у птицы, ни одной лунки, ничего нет. Тут такие места хорошие, и только есть лунки и падать на открытом месте. Птица. Нифига нету. Ох, там навалено, перевалено. Снега, блин. Охренеть. Сушим весла, как говорится. Хочу настать чайку. Передохнуть.
следы-то есть, репчины. Никого не поднял. Сейчас пойду обратно. Зайду еще несколько отвороток. Посмотрю, что реально по целине ходить вообще тяжело. Вроде так-то держит, но эти горки, подъемы вообще невозможно. Вот тут поднимался пешиком. Еле взгребу эту гору, блин. Сейчас нам придется пешком подниматься. Нифига там нет, ни следов, ничего, ни лунок. Туда пробежался. Часа, наверное, два. По целине проходил, и нифига. Вообще ноль. Смысла нет там ходить вообще. В общем, я прошелся, наверное, километра два, наверное, больше километра, даже ближе к трем, наверное, по целине, в ту сторону. Вообще, там ни следов, ни лунок, ничего нету. Фу, блин, весь вспотел, промок насквозь, блин. Взмок просто. По мне, наверное, заметно. Там такие ручей, подъем, спуск, подъем. Спускаешься нормально, на подъеме вообще невозможно. Просто лыжи не, подняться на лыжах невозможно, а выше колена, чуть не под самые эти бубенчики снега в низинах. Потом, короче, плюнул и пошел потихоньку уже назад. Смотрю, следов нет, ничего нету. Тяжело вообще по целине идти, по этим косогорам. С горки-то хорошо ехать. Лыжи катят. В общем, короче... Смысл пить чай. Фу, вообще, что-то нифига. Ни одной птички даже не видел. Полная тишина. Ну тут такое ощущение, что вот здесь снега больше, чем в тот раз я ходил. Просто реально так запарился я переходить эти подъемы вверх-вниз. То сейчас пойду ближе к машине уже, в сторону дома. Потому что, ну, нет резона лазить по такой целине. Фух, выматывает много сил, конечно. Так что пойдем ближе к машине. Там посмотрим по пути, может, что-то еще увидим. Вперед. Вот и лунка сегодняшняя. Не лунка, точнее. Лежанка у репчика. Вон тут порхался. Сюда. Вон свежий помет. Ну что, друзья, наша охота заканчивается. Тут уже машина совсем недалеко, метр 200-300. Моя задача сегодня была протестировать новую камеру, которую недавно приобрел. Как она снимает, как она сведет, насколько батарейки хватает, как, насколько флеш-карты хватает, которые сейчас у меня есть. Ну а так попутно поискал птицу, конечно. Следов, в принципе, рябчиков достаточно. Зайца много следов. Но никого вживую так и не увидел. Моя вторая охота зимой 2018 года. И опять как-то так не очень удачно. Но все равно не отчаиваюсь. И впереди будет весна, впереди будут интересные рыбалки март-апрель. В феврале. Проходил сегодня, наверное, километра 3,
полыжне, еще километра 2-3, наверное, по целине. Блин, просто там я так уперся вот в эти ручьи. Подписывайтесь на канал, смотрите мои видео. Всем желаю удачи. Удачи, конечно, не желаю, это рыбакам и охотникам. Желаю ни пуха, ни пера, ни хвоста, ни чешуи. До скорых встреч!